Активация микрофона Q. Включить и включить H. Так я их не слышу. Вот, нажимаю H. Раз, два, три, три, два раз. Осуждаю. Ну, значит, баг. Все. Плюс баг. Эх. Лишние резервы. Да, прикольно сделано. Вот, короче, если хотите активировать резервы, заходите сюда. Так, тут у меня восстановление ХП. Нормуль. Ну, смотрите, у меня 2550 ХП. Ну и что? Это что, очень мало, что ли, по-вашему? По-моему, это отлично. Йоу, залетел. Чем мы захватим эту штуку? О. Хорошо. Башня 8 ошибается. А, да, ошибается. Ой, боже, какой не пробил. Не работает связь с натиски. У меня не работает. Открутили. Все, теперь он не проедет без урона. Хорошо. Ой, какой ты хороший. Как же приятно ты передовернул. Надо помочь обязательно Прогетти. Ну да, у меня связи нет, поэтому что я сделаю? Куда каток? Хорошо. Блин, какой же тяжелый 54. Вот где нерв? Какой нерв? Боже. Ну, чуть-чуть меньше ХП, окей. Чуть-чуть медленнее ещу. Ну и что? Это прекрасный танк все равно. Да, и по сути, вот именно на такой сборке, наверное, и нужно катать. Закалка. Закалка, турбач и досл. Все. Теперь турбач must have. Будешь опять передоворачивать? Будешь. А ты хорош. Главное, что ТС работает. Да, ладно, тут согласен. Получается, в соло, пока у тебя вот так вот сильно лагает связь, нет особого смысла катать. Ну, в соло там с чувачками общаться. Давайте ХП восстановим. А, я еще и союзнику восстанавливаю. Круто. Пул ХП восстановил. Четко. Так, у меня целит щеки. Давай лбом к тебе встану. Ну все, ты ничего не сделаешь мне. Ой. Можно я тебе залезу, пожалуйста? И там 2100 хп. Перезайди в игру. Говорите, работает? Банан, а я не знаю, где нерв. Слушай, что-то кто-то говорил постоянно про нерв, а я его не наблюдаю, вот честно. Ой, вот это я зря сделал. А можно не брать базу? Только не стреляй по мне. Хорош. Не, чуваки берут. 5800. А, можно задать вопрос? Где нерв? А? Грифончик вообще красивый, мне нравится. 5900. Ну, пока бодро. Реально бодро. Все очень быстро, все классно, все четко. Давайте перезайдем. Скиф, спасибо. Давай с ТРВ-хой попробуем. Смотрите, я бы хотел, да, с ТРВ-ху и тяжек вот сюда вот. Это я на вазике. Вот, сюда вот две ЦС-ки, и вот сюда вот вазики. Два вазика хочу. Сетап.
Сюда, на клумбу, это будет ты на вазике, да? Да, я полечу, да, направо. Да, я CS-ку возьму. Да, давай, на конь, ну, блин, конь медленный такой. Че у нас сюда, под 3 CS-ки? Давай Юдаса, не? Давай Шевели. Ну, давай Юдас. Юдас одобряю. У нас 3 CS-ки или мне что-то другое? Две CS-ки. Ну, че пикнуть, скажи быстрее. Вообще не представляю. Ну, давай CS-ку, ты вот сюда полетишь, в 3 CS-ки отыграем вверх. Все, окей. Спасибо, Гранник. Это тест стратегии. А, я ему выдал. Да, я ему выдал. Ну, я могу еще кинуть, ладно, фиксим. В голове всплыло, то играем. Сначала на вазиках подъедьте вот сюда вот. Лотерейный билет, короче. Короче, Блэк, едь посвети вазиком. Вазики откидайте. Клумб, ты что-то не туда, по-моему. А, да? Клумба, что-то... А, я думал, типа, направо все-таки. Ладно, окей. Прослушал немножко. Чик, становись захват, я вот сюда встану. Хебер на центре. Те же самые. Ну, они млех набрали, это говно. Да, полное. На вазик докатите, вот одним и займите вот эту штуку. Сейчас, погоди. О, бат. Понял. Не можете, можете светить. Слышите? Это. Похорони пока ее. На вазик не стойте, на базе, они сейчас зажмут, все, у вас все, и вы уже никуда не уедете. Да, там кадал, короче. Не получилось спуститься безопасно. А че? Млеху. Как умер. Там зацеленные стояли, я пытался типа спрыгнуть. Блин, фигово, что вы на вазика сразу до этой штуки не докатили. Мы бы вас на CS-ках очень сильно разменяли. Можете меня по максимуму разменять, пожалуйста? Нет. Упади вниз, чё, упади вниз, тебе нужно вниз падать. Я не успею. Ну типа, блин. Конечно, попробую. Страшно, у них сейчас арта будет. Ай, я горю. Ой. Да, у нас этап. Да. Фигня полная. Хотя по хп. Боги сетап на самом деле все-таки. Ну что там? Ладно. Что у вас? Да, не надо, нас тут пушат. Осторожно. Это что? Мы пробуем Леху вашу в центре забрать. Ага. Джерри щеку. Еще раз. Вижу. Эвелик, ты один пока. Ну я знаю, я пока. Пик, я помогу, попробую. Блять, я не попал. Я не попал, чик, сори. Нормально. Ебр сейчас за чиком, возможно, прилетит. Чик, сейчас ебр будет отсюда заиграть с короны, слышь? Угу. Вы убиваете? Блек. Должны. Блин, я умру. Нет, тебя не убивают. Ага. Блять, я зря умер. Ну, короче, вытягиваю по максимуму. Дал расходку на нее, по идее. Сколько-то снесу ей. Нормально. Хорош. Жесткий. Это расходка. Там стандалс. Чик, можешь пойдешь так сыграть? Да, конечно, ему нужно. Я ебра обрежу, а я ебра обрежу. Только он шотный. Смотри, если ебра вот так вот сейчас поедет через дальний. А, ну вот. Да, мне не залетает ебра вообще. Не, вам надо вдвоем ебра убить просто. Наверняка, чтобы... Давай, ну, он сейчас может, он Чика может убьет. Чика может убить, спокойно вообще. Мне лучше не ехать. Хорош. Чик, зацели Эмикса. Ебра. Лучший. Молодцы. Хорош, Эвелик, хорош. Будет разворачиваться, вкатывать. Спасибо, Джерик. Сколько у него хп? 520. Я могу резерв забрать. 76 дошот. Ну. Хорош. Хорош, нормально. Это красиво. Владлен, если бы я уходил вниз, меня убивала бы вот здесь вот Млеха. Я же ее видел. У меня в любом... На вазике вы немножко перестояли. Там точность 0.01. Просто не немножко, а скорее множко. Так мы откидали и сразу начали переезжать. То есть нам нужно было не откидывать вообще, по сути. Значит, не откидываем. Значит, мы не как мы. Да, я приехал, ну, дал тычку и сразу начал переезжать. Видался, только сарик дал. Ура, железо. Остальные едут вот сюда. То есть мы целим вот отсюда. 277 на захвате стоит. Да, вот это забирается одним. И я спину прикрываю. CS-ки едут на правую эту херню. 277. Готовься, если что, уходить вот так вот. Потому что они могут зажмут наши вот эти вот позиции. И умрешь без размера. Короче, да, вот один здесь стоит, один в захвате,
Один может вот здесь стоять вместе со мной. Аккуратно играем. И хипл-то есть. Нормально. Главное вперед не ехать. Все, байтим захватом. Заберите одним эту расходку тоже. Пока есть время. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ЦСК, отстрел. Их тут три. ЦСК там. И еще ЕБР у них получается есть в другом месте. Отстреливаем. Я помогу. Можем держать в городе поискать. Не надо. ЦСК вот отстреливаем по максимуму. Не отстреляйте его уже больше. Вы выходите, если что, под нас. У нас еще расходка сейчас будет. Они сейчас нас убьют. Да. Фиг нас сейчас убьют. Нам же шотного. Отходите назад, забейте, блядь. Мы не можем назад, у них вот здесь вот МХ стоят. Если назад уходим, мы умираем. Так кого перепушим МХ? Соберемся в городе и перепушим. Нет, почему? Да, можно попробовать, мне кажется. Я подъеду. Только быстрее это надо делать. А, они уже. Понятно. А, не. Он никогда, если что. ЕБР сзади, да, у них. Собираемся. Все, поехали, никогда. Вот эти пока отвлечены. Надо через вот эту вот часть, через левую часть закатывать. Вам надо было. Один останься здесь сзади. Сзади АМХ. Пофиг на него. Надо вот этих убивать. Промелаш. Что, мы в него поедем крайне? Блять, я думаю, давай поехали убьем. Да давай, поехали, попы. 1500 на фокус, парни. 1500 на фокус. Короче, Давай, все норм. Все, за тобой. Упал. У вас там нормально? Да, все хорошо у нас. У меня 5 секунд, 4 секунды. Блэк, а есть вперед? А, ну хотя ладно. Хорош, он когда? Я туда не буду падать. Попробуй добить его. Блин, это пиздец, я просто не могу вообще нихера пробивать. Ну это просто пиздец. Осуждаю. Ой, нет, no comments, я очень плохо играю. Пробуй флай. Ой, нафиг, ладно. Я могу добить, ты можешь разворачиваться на ИБР. Да, можешь на ИБР развернуться, флай. Да, я, наверное, что сразу же сюда поеду. Ну, сказали же, добьют. Хорош. Тебе надо, наверное, клумбы разведку взять будет на всякий случай. Тихо. А, он все убежал. Ясно. Разведочку, окей. А есть ли смысл в этом? На всякий случай, мне кажется, стоит. Ну, мне кажется, да. Конечно, нужно. Пока халдим, они у них там ваншотные. Да, пока не едет, нет. Эвелик, ты очень далеко заехал. Типа, если тебя сейчас две ЦСки запушат, ты... Эвелик, может, идешь вот сюда дашь? Вот? Слышь, Эвелик? Да, слышу. Они сейчас еще у них, они будут расходки собирать, они вот эту расходку заберут, когда она откадаешься, вот эту расходку соберут. Вам надо сейчас уже подкатывать будет сюда, чтобы вот эту не дать. Прожимай, блядь, где они? Понятно. Они вообще... Да, госзахват, госзахват. Заход берем. Мне кажется, нам надо просто плюс 3 поставить и все. Если они вот это будут пытаться забирать, мы можем просто выйти. Я могу вот здесь стать и все. Они... Вы вдвоем можете байтись, я просто... Они заберут дальнюю, у них у ЦСок есть расходки еще. А, ну хотя да, расходки эти. Давай, два захвата, флай, тебе надо под эту стенку, чтобы вы не рядом стояли. Я просто дальше еду, чтобы меня он сбоку. Опять не то подрубил, я забываю про эту фигню. Я, короче, левую часть буду тыкать, чекать. Это ебани на балку, прям сейчас. Выйти ебани. Вот тут стоит CS. А, он на ЛТ, на ЛТ его 10. Нет, это он был, Это ЛТ, по-любому. Ну, сейчас двигаться надо, на захвате. Они сейчас расходки, да, кинут. Все, кинули, двигайтесь, парни. Нет, дед, вперед надо было, не назад. Сейчас тут. Еще они просто расходками будут играть? Да, еще одну кинули. Раскатывать. Да, вот. На меня одну. Мы с меня еще надо сбить. Сейчас у них ЦСКА, скорее всего, поедет. И ЕБР, да, вам надо сюда смотреть. За цель сюда. Я левый угол. Меня сзади. Он сбил. ЕБР сбил. Блер спереди. На клумбе помогать. На шотного. Вы не успеете. Так... Я когда? Блядь. Но вы хотя бы убьете их, они в поле будут для вас. А. Ну ладно, тут все. Понятно. Да. Они просто на плюс одну ЦСКу приехали, из-за этого боя выиграли.
Да нет, блядь, по вам могли стрелять только две млехи. А пусть играет, стой, тихо, пусть играет, тихо, пусть играет. Они, нет, Грань, если мы откатываем назад, они стоят вот здесь в фулл сейве, ничего не делают, а вот эти две млехи стоят, нас убивают. Так вы можете просто съебаться, развернуться и вот сюда уехать. Нахуя стоять так, и просто смотри. Терпеть, как нет, вас нет, убивают? Нет, так мы их убиваем в ответ. Мы разменялись по максимуму. Если мы убегали, нам бы дали две млехи, они бы вышли втроем и похоронили один танк здесь в поле. Ну, нужно было наоборот вперед выходить, фокусить шотный танкчик. Почему ты стрелял по фуловому, а не по шотному? Ладно. Фейл. Зафейлили. Привет, друзья. Ну там я обосрался в этом бою, забей. Здорово, Кист. Здорово. Здорово. Я командовал просто. Командир всегда плохо стреляет. Че, вы в режиме потеете? Привет, здорово. Да. А? Пец, круто. Потеем. Потеем. Сколько у нас лустрик? Раз, два, три. Три поражения да подряд. Ладно. Это не страшно. Я вот только встал. Ничего не понял. Какие-то переносы аккаунтов. Ну, ложись обратно.